Приветище, это Planet Crafter, и мы снова сюда вернулись. Вернулись, потому что написал огромное количество... О, золотой сундук. Какое богатство, забираем все. Так вот, возвращаться сюда не очень хотел, потому что мало обновлений вышло. Но теперь я убедился, что тут есть что показать, и вот, вот мы сегодня на это посмотрим. Но прежде нужно вот это разобрать. Отлично. Короче, у нас появились тайные места. Возле водопада появилась иконка. Вот такая вот иконка. И нам показывают, что там какая-то приблуда есть. И нужно за ней сходить. Так что мы идем на глубину. Можно даже сказать, прям на дно. Нюхать вот эти споры. Эти грибы. Блин, не думал, что грибы могут вверх тормашками расти. Но, видимо, на этой планете могут. Значит, где-то в глубине... Вон там что-то у нас имеется. Что, инвентарь заполнен? Уже? Нет, у меня не заполнен инвентарь. Невозможно разобрать. А, все понятно. Ух ты. Это забираем. Как-то я в прошлый раз пропустил этот сундучок, не знаю. Итак, итак, низкий уровень гидратации. У меня есть с собой гидратация. Выпьем. Погоди, что это такое? Получен новый чертеж. Осмиевый жезл. Это прикольно, но... А это что такое? Это, походу, инопланетные технологии. Тут какие-то цифры есть. 464, 40, 97. Это же координаты. Это координаты. Нужно по ним следовать. Можно я заберу вот эту штуку? Ключ надзирателя. Это странное устройство, кажется, используется для открытия механизма. Ну, я думаю, что я знаю, где его применить. А теперь просто на всех ногах, на всех парах бежим к телепорту. Покажу тебе звездный биом, чтоб ты вспомнил. Он на самом деле такой атмосферненький. Как будто можно до звезд дотронуться, да? Давай вначале домой забежим. Я тебе покажу, как у меня там все дома, а то вдруг ты забыл. Надо же освежить память. А у меня тут травушка растет, деревья, все красиво. Вот моя башня, которую мы с тобой строили. Воспоминания, да? Пойдем, короче, посмотрим, что у нас вообще происходит здесь. Что у меня здесь новенькое добавилось? Добавилась вот такая вот штука. Это автокрафтер. Что, собственно, это за фигулина? Ну, как из названия понятно, это автокрафтер. Он создает предметы из ресурсов, которые есть поблизости. Ресурсы он может брать как из сундуков, и даже те, которые лежат где-то здесь рядышком, рядом с моим домом. Но мы идем наверх, и я хочу посмотреть, что у нас тут происходит. А у нас идет этап, значит, с насекомыми все понятно, да? Сейчас у нас идет этап атмосферы. То есть скоро у нас появится атмосфера, и я смогу дышать спокойно, своими легкими, полной грудью. Но до этого еще пока рановато. Ну и если, кстати, присмотреться по расходу кислорода, то можно заметить, что он не так быстро расходуется, как раньше. И это очень круто. А мы идем к телепорту, и сейчас мы отправляемся в рудник суперсплава. Смотрим координаты. Слушай, нет. Это не те координаты. Не те абсолютно. О, что это свечение? Я сюда встану. Смотри, здесь вот что-то явно нужно положить, как будто, да? И вот она, эта дверь, но открыть я ее пока все равно не могу. Даже вот этот артефакт, он мне как бы... Нифига не это. Что ж, тогда отправляемся по тем координатам, которые мы видели на Стелле. По-моему, ближайшие были... Давай к водорослям прыгнем. Нет, это далеко. Значит, в черный биом. Нам нужны минусы, чтобы в координатах были минусы. Черный биом. Тпшимся туда. Вот, минусы есть. Минус 72. Минуточку. Минуточку. А, кстати, смотри, значок этого артефакта до сих пор продолжает светиться. Ну вот, значит, я лечу по координатам, и мне почему-то кажется, что это водопад. Ой, а что такое красное? А что все тут покраснело-то? Вот это краски. А, походу, метеоритный дождь начинается. Иридиевый. Так, стоп. У меня там был координат минус 464, вроде бы как. То есть где-то вот здесь, в этой точке. Стой, минус 6. Хватит метеориты пускать. Когда уже атмосфера появится. Так, вот, 460. Сейчас, у меня тут все сфоткано. Минуточку. 464. Минус 40, 97. А, то есть мы должны быть где-то внизу. То есть вы хотите сказать, что это все-таки в пещере место находится? Заодно от метеоритного дождя спрячусь. Чтоб мне по шапке не прилетело. Вот оно, это местечко, которое мы должны открыть. Значит, оно было в самой пещере. А я далеко... Кстати, двери-то, посмотри на эти двери. Похоже очень, правда же? Значит, мы впихиваем сюда ключик. Чума.
Интрига разгорается. Вау. А что здесь было-то, собственно? Откуда эта постройка? Кто это все здесь соорудил? Похоже на человеческое сооружение. Слушай, а если я ключ вытащу отсюда? Дверь закроется? Так, отдайте мне ключ, пожалуйста. А, я не могу его забрать. Все, он там заблокирован. Ладно. Че это у нас за гусеница? Побежали, короче, побежали. Какой длинный коридор. Какой длиннющий. Очень много стелл, и я вон там что-то вижу. Вот это что такое? Прочитать сообщение. На камне. А как я прочитаю, если я не знаю древнего языка? После всех этих лет, всех страданий, мы решили покинуть родную землю. Отправляйтесь как можно дальше, чтобы построить новый дом. Вдали от террора, вдали от раздоров, вдали от них. Оставаться скрытым и жить так, как жили веками. Мы тщательно выбрали место, где мы могли бы быть в безопасности. Собрали последних из наших вида в нашем самом большом корабле. И в роковую ночь мы ушли. Спасаясь от всей бесконечной ненастности больше, чем от самих себя. Год неизвестен, надзиратель это написал. Возможно, он был человеком. Все стало еще... А смотри, какие иероглифы-то. Нет, ну это точно не человек. Хотя, кто ж его знает. И люди вроде такие же иероглифы рисовали в Египте. Так, а тут у нас что? Тоже что-то есть. Ну-ка, а я жать уже хочу, блин. Как бы под этого чтива зашло что-нибудь хрустящее. Какие-нибудь чипсики. Ладно, читаем. Сначала нас поразило сходство. Мы были почти такими же. Наши ученые сказали нам, что это потому, что наши небесные тела идентичны во всех отношениях. Поэтому наша эволюция, хотя и независимая, была во всех отношениях сходной. Это было похоже на встречу с двоюродным братом, о существовании которого вы даже не подозревали. Братья. Они даже называли нас. Когда начали приземляться на... О, кислород кончается. У меня есть с собой бутылочка кислорода? Нет, я сдыхаю. Я дома. Здравствуйте. Походу, мало кислородика в запасе. Да, ну зато покушаем. Я как раз проголодался. Надо тут сорвать еды. Хотя я брал с собой провизию, но все равно, видишь, как все вышло. Не круто. Так, провизию я с собой еще возьму вот отсюда вот. Горошек, фасоль и кабачок. Где-то моя автоприблуда. Сделай нам, пожалуйста, кислородика. В большом количестве. Эта приблуда, вот ты выставил, что хочешь производить, и она и будет делать ее бесконечно. Смотри, я даже ничего не нажимаю, она делает эти капсулы с кислородом. И вот пока я ее не остановлю, она все ресурсы мои сожрет же. Скотина такая. Я думаю, что мне 4 баллона кислорода хватит, поэтому сейчас он 4-й сделает, и я остановлю эту адскую машину. Все, хватит. Забираем это все. Вернулся. Забираем свои пожиточки. И продолжим чтиво. Только уже с чипсиками. Значит, братья, что это за гусеница? Дай мне почитать. Прям редкая личинка. Давай ее уберем, чтобы не мешало. Значит, братья, они даже называли нас, когда начинали приземляться на Треху. То есть эта планета ранее называлась Треха, по всей видимости. Несколько космических кораблей превратились в десятки, и постепенно наши заботы росли. Наши основные различия были спрятаны глубоко внутри. Биологически мы были идентичны, но наши умы были сформированы по-разному. По судьбе или по природе, непонятно. Дело в том, что когда мы это поняли, было уже слишком поздно. Ну, короче, это знаешь, как в каждой нации, допустим, там, если мы возьмем Германию или другую страну, внутри страны у каждого свой менталитет, о, вот это что, свои религиозные взгляды и все такое прочее. А вот и новые координаты. Походу, это те самые координаты, но нет, подожди, там не было у той двери такой стелы, на которой можно было бы поставить этот ключ. Короче, забираем вот эту штуку. И отправляемся по этим координатам. Сейчас я их сфоткаю. Так вот, возвращаясь к разговору о том, что все мы разные, да, если не внутри страны, так в разных странах точно. У каждого свой менталитет, у каждого свои взгляды на жизнь. А подожди, здесь больше ничего нету? А чего же говорить о разных планетах, да? Вот жили на одной планете люди, прилетели к ним другие люди с другой планеты. Это отсюда мы пришли. И они кардинально будут отличаться во взглядах. Вообще капец как. Это даже касалось и племен, когда вот были каменные времена, да, когда жили там орангутанги, ну, людеподобные орангутанги, я имею в виду, там, или Homo sapiens, когда... Ох ты, ететь колотить! Ни черта ж себе, все, короче, хорош разглагольствовать. Вот эти огромные корабли.
Ну нифига. О2 надо всосать. О2. Ну я как бы туда, может быть, и мог бы добраться, но не хочу вниз падать, потому что я потом не поднимусь. Нифига себе. Ну корабли. Обалдеть. Ну как бы до них точно не добраться. Потому что там, смотри, какая внизу бяка. Если я туда упаду, то я там задохнусь, там какие-то газы. Не буду рисковать. Офигенно, они спрятали корабль, конечно. Короче, я немножечко схитрил. Я сейчас посмотрел свою запись, ну, то, что я сейчас сделал, когда мы стояли возле той огромной двери, и посмотрел координаты. И эти координаты совпадают с вот этими, которые мы только что видели. Поэтому отправляемся к той здоровой двери. Как же мне чертовски не хватает телепортов, надо было побольше их понастроить. Но все равно хорошо, что они у меня и есть. Итак, эти координатики где-то здесь. О! Гляди! А вот и Стелла появилась, на которую можно поставить этот механический ключ. А ранее ее здесь не было, но свечение было, да? Что ж, давай. Давай. Втыкай. О май гарибл! Земля трясется, я хотел сфоткать. Подожди, надо вот сфоткать. Вот так вот. Я сфоткаю это. Наконец-то двери открываются. Красота. На превьюшке потом поставлю. Заходим. Что мы тут имеем? Какие-то две колонны, даже не две, а больше. И спускаемся глубоко-глубоко к недрам этой планеты. Видимо. Ух ты, елки-палки-моталки. Какие-то, смотри, странные камни тут. Мхом покрыты. Снова эти туннели. Пещерные, но красивые туннели. Вижу ключ, который приведет нас дальше куда-то. Сейчас я за ним сбегаю. Забираем тебя. Интересно, сколько таких мест еще мы будем здесь встречать, которые открывают эти ключи. Ну, а здесь у нас... Ого! Это прямо зал какой-то. Стойте, я куда-то выхожу, что ли? Это город? Это же город! Обалдеть! Низкий уровень гидратации. Надо бахнуть. И кислородика тоже. Обалдеть! А там посередине, смотри, что, смотри. Еще один ключ. Заберу его. А, кстати, на прошлой стеле я не видел координаты. Я что-то забрал ключ, но не увидел координат. Блин, классно, тут можно... Ух, здание, ну как? Ну похоже, кстати, на наши, на человеческие, да? И правда. Чем-то мы похожи были с этими здешними людьми, которые тут жили. Забираемся наверх. Но как жить в таком... Не знаю, может тут кислород как-то наполнялся, и поэтому они тут жили? Но жить в пещере, в городе, в пещерном городе, не знаю. Такое себе удовольствие. Короче, я увидел, что тут есть, смотри, вот. Проходик такой. Очень хлипкий, но... Что делать, нам походу только по нему. Есть еще одна пещера, тут у нас... снова свиток каменный. Давай почитаем. Орбитальный дренаж. Защитное устройство. Журнал наблюдения. Устройство работает по назначению, и наш тест является окончательным. Если когда-нибудь те, кто называет себя людьми, приблизятся к этой планете, это истощит энергию их кораблей и помешает им общаться. Теперь ясно, почему здесь падали корабли, и почему эта планета ими усыпана. Наше предложение заключается в том, что устройство эффективно уменьшит их усилия по приближению к этой части бесконечности, заставив их распространиться в другом месте, если они продолжат это делать. Наши расчеты убедительны. Это даст нам как минимум несколько сотен лет тишины. Надзиратель. Но мы все равно, видишь, сюда прилетали. Мы все равно сюда, вот меня же сюда послали, да, я как бы заключенный был, и меня сюда послали, чтобы я терраформировал эту планету. Но оказывается, что ранее мы здесь жили, и что-то с этой планетой произошло.
здешние земляне, которые жили ранее на этой планете, они просто взяли и все почистую здесь уничтожили, либо какую-то технологию придумали, либо они жили в этой атмосфере, или еще что, я не знаю. Пока только гадать могу. О, новые координаты. Надо зафоткать. Я думаю, что скоро мы разберемся со всем. У меня уже 3 ключа, ё-моё. Ну чё, пришло время отсюда... Да что ж ты будешь делать? Давай жрать быстрее, а то коня сейчас сдвину. Фух. Сломанные кости, это очень больно. Значит, пора отсюда валить. Значит так, следующие координаты у нас где-то были недалеко от той пещеры, где мы нашли подземный город. Поэтому нужно возвращаться туда. Скорее всего, следующее тайное место в тех горах. Забегу к себе... кстати, похоже на то. Забежим к себе в жилой модуль, восполним кислородик и бежим дальше. Значит, координат 2500. Есть, мы его достигли. Опа! Опа-опа-опа-па. Здесь еще один стер... А нет, сюда нужно поставить ключ. Целых 3 штуки. У меня как раз 3 штуки. И что же откроется? Да ладно. Да ладно. Целая гора вниз уходит. Как вообще это можно было реализовать? Я не представляю. Можно я уже пройду, пожалуйста? Вот через щель. Через щель вот так вот. Оп-оп-оп-оп. Там траву, там зелень. Там что-то есть, там. Оазис, похоже на оазис. И снова в пещеру. Блин, да они были пещерными людьми, реально. Они обожали их. Ладно. Пойдем порыщем. Ну, прикольно, что в пещере есть какая... Ого! Нет, это не пещера, я ошибся. Галька? Это галька же. Ну нифига себе. Какая... Получено достижение. Найти остров. Райский остров. Райское место, точнее. Нифига себе. Вот это да. И вот здесь вот, возможно... Хотелось бы найти кого-нибудь живого. Блин, ну это очень красиво. Неописуемая красота. Та-та-та-та-та-та-та. Тут у нас обелиск какой-то стоит. Чему-то. Ну, по всей видимости, нам наверх внутрь. Через центральную дверь мы не войдем, нас и не ждут. О, смотри-ка. Сюда можно встать. 4 ключа. Ха-ха. Да, давай почитаем. Когда-то мы жили. Да. Не очень многословно, но... Значит, лазим по этим постройкам, ищем 4 ключа, чтобы открыть эти двери. Ну вот, кстати, первый я уже вижу. Первый нашел, спасибо. И у меня кислород уже кончается. Пока я искал эти ключи, хотя я только начал. Значит, идем наверх, повыше. Где есть лестницы? Значит, там есть тропа. Дорога. Главное, чтобы тут все нафиг не обрушилось. Из дерева все сделано. Смотри, значит, древесины у них тут было достаточно. Ну и... Давай, ладно, уже. Бахнем кислорода. Ну и, как мы видим по зарослям, здесь раньше было все зелено. То есть планета была пригодна для жизни. На ней была атмосфера и все тому подобное. Даже постройки из дерева об этом нам говорят. Тихо. Че, ранец-то у меня не работает? Прикинь, у меня здесь ранец не работает. Ранец отключился. Ха. Так нечестно. Это вообще нечестно. Ну ладно. Пойдем еще выше. Так. Вот сюда, наверное. Ага, нашел еще одну штучку. Теперь мне нужно... Блин, ранца нет, и все как без рук. О, вот еще один. Еще один, даже не наверху. Что подозрительно. Осталось еще один найти. Ну, наверное, он где-то там. О, на самой вершине. А нет, он внизу. Вот он. Ну, кстати, слушай, наверх-то подняться не получится, потому что, как бы, вот, тупик. Что ж, пойдем вставлять все ключи и входить в храм святых, в храм древних. Узнаем сейчас что-нибудь. Это что? Личинка бабочки-сирена. Заберем, конечно.
Ничего себе, бабочка, сирена. Я такое еще не видел. Вставляем сюда все ключи. А, еще один нужен. Ну ладно, пойду искать. Скорее всего, вот здесь, вот за закутком. Да, за закутком есть подъем. Блин, тут оптимизация очень плохая, капец. У меня FPS проседает, прям, когда поворачиваешь куда-нибудь. О-о. Выпить надо кислородика. Прикольно. Но все такое в синих цветах, и причем таких едких каких-то, я не знаю, вырви глаз прям. А, ну вот, собственно, мы и наверху. Куда я и хотел забраться. Красиво. Короче, оказывается, я уже встречал это дерево, но забыл. По нему можно карабкаться, смотри. Хопа, и ты наверху. Обалденно. И вот он ключ. Вот он последний ключ. Спускаться вниз будет... Ядрен, мадрен, батон. Тяжеловато. Ну, ладно, давай рискнем вот сюда вот спрыгнем. Хоп. Вот так вот. Хоп. О, быстренько. Вот, вот это я понимаю. Быстрый спуск. Ну все, 4 ключа. Сейчас я его впихну. И мы узнаем, что там. Вай, батюшки. И двери древних открылись передо мной. Ну, это, конечно, удивительно, что на эту планету прилетали другие выжившие и не нашли вот этого всего. Понятно, что они пытались сами выжить, потому что не было у них ни кислорода, ни воды, ни еды. Они пытались выжить, и им как бы вот, ну, вообще не до поисков вот этих вот древних всяких штукенций было. Но очень много вопросов, капец. Мне кажется, что разработчик этой игры немножечко загнался и ушел не в ту степь вообще. Ну, хотя интересно. Хотя интересно. Это что, золотые сундуки, что ли? Красотень-то какая! Золотые бабочки. Очень здорово. И здесь бы еще атмосферную музыку добавить, и было бы красота. Был бы просто шик. Но музыки нет. Но зато есть что почитать. В очередной раз беда постигла наш народ. Если прогнозы верны, метеор упадет на планету всего через несколько дней. Города, которые мы построили, великолепие, которое мы создали, падут. Наши искусства, традиции, открытия и жизнь исчезнут. И снова нас ждет разрушение. Но на этот раз мы не будем бежать, как делали это несколько поколений назад. А, то есть... Все понятно. Они на эту планету тоже прилетели с другой планеты. Вау. Так, надо немножечко кислорода вбахнуть, занюхнуть от такого шока. И в итоге на этот... Их истребил метеорит, как динозавров, ты представляешь? Ну как такое вообще? В общем? Да, это судьба называется. Какой смысл бежать, когда кончина преследует тебя так яростно? Наша судьба принята, гордясь тем, что мы были, остались верны нашим ценностям. Наша история исчезнет под пеплом пламени и пыли. Как жизнь бабочки... Красивая и мимолетная. Пришло время встретить наш конец. Надзиратель. Ну как так грустно. Слушай, чтоб целая цивилизация вот так вот вымерла, это как-то глупо. Даже несмотря на то, что они несколько раз бежали. Ух ты. Мутаген Т2. Тут вот золотая личинка бабочки, которая дает множитель насекомых 1500%. Еще вот чертеж дали какой-то. Вот золотая статуя. Золотое семя, блин, роскошно, очень роскошно. И здесь еще, да? Ну вот так, короче. Все остальное мне не нужно, у меня все это есть. А, ну еще же разобрать нужно. Давай разберем. Инвентарь заполнен, ну конечно. Выкидывайся, все. Пришел такой человек и намусорил здесь. Это как-то... Ну блин, вот тут развел тут срачельник, да? Все, зато у меня... Алюминий можно выкинуть, а вот... Суперсплав возьму. Вот. Ну все, спасибо тебе. Последнее сообщение. Ты раскрыла нам всю тайну происходящего в этом мире. Она немножечко глуповата, конечно, но... Зато мы знаем все. Бежим домой. Хочешь прикол? У меня кислород кончился. И бутылок больше нет. Я все занюхал. Вот так вот. Но появился я в каком-то... А, так я рядышком. Сейчас я быстренько сгоняюсь за своим... приданным и вернусь домой. О! Ого, всякие разноцветные личинки. Ну, розовый, по-моему, я встречал. И прикол, знаешь, в чем? Что я вот здесь где-то сдох.
А сундучок свой не вижу. Походу, этот баг еще не пофиксил разработчик, и все, что я там скрупулезным трудом собирал, я все просрал. Самое обидное, конечно, это то, что я просрал мутаген Т2. Очень ценная вещь, которую очень сложно потом будет, наверное, воссоздать, поскольку я еще не умею мутагены Т2 делать. В общем, вот что у меня есть. Конечно же, вот эта вот личинка бабочки, Фиоренте, это хорошо, что она у меня осталась. Ну и все остальные тоже бабочки, в принципе, есть. Только вот мутаген Т2, о котором я говорил ранее. Ну ничего страшного, мы его сможем воссоздать, так что не беда. Идем домой. Поход окончен. Ну привет, мои красотки. Летает тут. Поставим сейчас здесь у нас есть вот 600. 230 убираем. Ставим вот этот вот 600 тоже. Кстати, они обе довольно-таки мощные. Итак... Блин, непонятно, где какая... А, вот новая бабочка летает. Красивая. Очень красивая. Сейчас, подожди. Уберу вот эту вот. И останутся только вот эти бабочки. Да. Такие разноцветные, радужные. Как галактика. Возвращаем, значит... Не, подожди, не возвращаем. Давай вот эту вот синюю бабочку сюда воткнем. Она... Вот она, синяя. Тоже такая галактическая какая-то, слушай. Вау. Обалдеть. О, одна присела, смотри. Вот какая прелесть. Как будто фотобой на них нагрели. Пойдем в следующий, значит, бабочка-купол зайдем. Здесь тоже все поменяем. Вот это убираем. Вот это вставляем. А, еще и золотую же надо поставить. Ё-моё. Здесь у нас будут еще и золотые летать. Ну, просто вообще шик. Шик-шикос-шикосный. Обалдеть. Вот они мои... Бабки золотые. В прямом и переносном смысле, ё-моё. Ну что, на сегодня это все. Возможно, выйдет еще одна серия скоро. О том, как я буду... Я даже не знаю, что я тут буду делать, потому что, по сути, у меня здесь пока что все. По всему остальному у меня тут, в принципе, уже почти все открыто, кроме экстрактора руды Т3, пульсирующий кварц, который я смогу делать сам, и термоядерный энергетический элемент, который открыть будет крайне сложно, потому что нужно 360 GTI, а у меня сейчас 68 всего, то есть это чертовски сложно. И возможно это сделано специально, чтобы пока игрок достиг вот этих вот значений, разработчик успел сделать новое какое-нибудь дополнение, хотя не факт. Короче, ладно. Я подумаю, чем тут еще можно заняться на одну серию. Если придумаю, то сниму. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забудь поставить лайкос за этот ролик. Подписочка, конечно же, чтобы не пропустить следующие видосы. Ну и увидимся в свежем новом ролике. Так что до встречи.